Championship uses the global MMA rule set that blends the best practices. Теперь давайте ознакомимся с правилами турнира ONE FC. Три раунда по 5 минут, вполне привычный регламент. Также будет присутствовать титульный бой, который состоит из 5 раундов по 5 минут. Победа может быть одержана решением судей, нокаутом или сабмишеном, то есть сдачей соперника. Технический нокаут. Или же в случае остановки рефери или остановки одного из углов. На судейские решения будут влиять ситуации, когда спортсмен будет оказываться на грани нокаута или нокдауна, а также будут учитываться ущерб, который спортсмены наносят друг другу в процессе поединка. Количество тейкдаунов, то есть переводов партер, будет обязательно учитываться. Ну и, разумеется,